Вижу нянек. Это Конор Макгрегор и Данила Поперечный. Дверь открыта, походу нас ждут. А вот и ловушка. Если взяли бы за ручку, ударило током. Мужики, там еще в сортире такая же ловушка. Владик, а можно сегодня без челленджей? Предлагаю челлендж. Кто первый выведет этих двоих из себя, получит 1000 баксов. М? Сколько? 1000 баксов. Да ты шо, оху... Сейчас я постучу в дверь, кто-то из нянек подойдет, и я вылезу с коробкой. Бах! Все должно получиться. По башке себе стучи. Не получилось. Ух, какой я злой! Давайте покажем им всю нашу мощь! Да что такое? Пацаны, я вам предлагаю перемирие. По рукам? Ну да! Погнали сыграем в бейсбол. Спокойно, спокойно. Вот, держи. Оботрись. Вы здорово разозлили эту няньку. Ой, что-то я передумал получать наказание. Он какой-то дикий. Капец, пацаны, забирайте свою $1000 себе. Я передумал участвовать в этом челлендже. Run. Нет! Сейчас тебя накажут. Получай. Кушать хочешь? На улице дождик. О, сижу здесь, пока этот псих успокоится. Surprise. Ну что, приятно тебе, а? У меня отколы, понос. Все в укрытии. У Кобякова понос. Все, няньки уехали. Но они оставили вам подарочек в комнате. Пацаны, аккуратней. Леска! Еще один шаг и все. Хана было бы нам. Кстати, всегда было интересно, насколько легко до нее можно дотронуться, чтобы она не сработала. Сорян, пацаны, но в больничке вы надолго. Так говорит ваш лечащий врач. Но зато вы выиграли 1000 баксов. Каждому по... 300 бакс. Ура!